Это видео про реальные проблемы реальных людей, которые приходят с проблемами. Вот нам специалист может рассказать часто задаваемые вопросы. Да, давайте рассмотрим, вот, к примеру, самый свежий. Это сегодня был такой вопрос у человека, то, что касается свечей. Вот он задал вопрос, какие свечи лучше покупать? Denso, NGK, Bosch, то есть, вернее, Чемпион, Bosch, либо оригинальные свечи. Какие лучше покупать? То есть ответ сразу простой. Покупать надо правильные свечи. Тут не обязательно, что можно купить идеальную свечу на двигатель, где стоит обычная свеча за 300 гривен за свечу. Это будет правильно. Она просто туда не соответствует по типу двигателя. То есть свечи надо покупать в первую очередь по типу двигателя. То есть чтобы они соответствовали партс-номеру, так скажем. То есть то, что производитель туда, ну, как бы рекомендует, то и надо ставить. То есть они должны быть правильные в первую очередь. А будет это Denso, либо NGK, либо Чемпион, это такой уже второй вопрос. Как бы. Основным поставщиком оригинальных свечей там, на корейские автомобили, японские автомобили является Denso, является NGK основным поставщиком. Также может быть Чемпион, там, Bosch и другие свечи. Вот рассмотрим на сегодняшнем примере человека. Kia Ceed мотором 1.6, там 2008 год. То есть если смотреть по оригинальной программе, там стоит как бы не совсем обычная свеча. Мы рассмотрим, если взять вблизи, свеча идет с длинным электродом. Человек как бы задал вопрос такой: вот я не хочу ни оригинальной, ни NGK, ни Denso свечи, потому что я когда их ставлю, у меня расход увеличивается до 16 литров. Вот я хочу бошевские свечи, потому что я их ставлю, расход топлива сразу снижается там до 11, там 10. А другие свечи проблемы с расходом, да? Да, ставит он NGK либо Denso, расход увеличивается. То есть мы рассмотрели эту проблему и выяснили, это просто элементарно. То есть человек ставит Denso, NGK, но они не соответствуют по типу двигателя. Он ставит обычные свечи. Вот смотрите, если взять, вот обычная свеча, которая идет на определенные автомобили. Это не означает, что она плохая. Это хорошая свеча, но она идет обычная свеча с обычным электродом. Вот ее оригинальная свеча. То есть длинный электрод. То есть я, да, вижу. Вот это обычная, ну то есть с обычным электродом, это с удлиненным электродом. То есть производитель на этот тип мотора поставил не зря такую свечу. И поэтому, когда он, а бошевские свечи он как-то изначально поставил один раз, правильную бошевскую с длинным электродом, поэтому у него как бы расход такой, как должен быть. А потом, когда ставил NGK? А потом уже кто-то ему где-то как бы продал обычную свечу. То есть не по номеру, не под номеру, его двигатель, да, продал, да, NGK. По замене как бы. Да, и она закрутится, да, она будет работать, но естественно будет... Из-за этого он не любит NGK, Denso и оригинальные. Да, вот у человека сложилось такое впечатление, что ни в коем случае ни Denso, ни NGK, вот только Bosch. Вот мы рассмотрели эту проблему, выяснили, что вот такой момент может. Bosch человек поставил, но четко по номеру, с длинным электродом удлиненным. Естественно, у него как бы корректно работает двигатель, корректно работает топливная система, как бы расход не увеличивается. Ставит он Denso либо NGK, но обычную свечу. Да, он как бы вспомнил, да, действительно, там был обычный электрод, и расход увеличивается. То есть, это о чем говорит, что надо ставить правильную свечу, та, которая идет по типу двигателя, та, которая соответствует каталогу, оригинальной программе. А будет это Denso, NGK, Чемпион, либо Bosch, это все высокого качества свечи. То есть, это производители-лидер, это NGK, это Denso, это Чемпион, это Bosch, еще можно ряд назвать. То есть тут надо доверять реально продавцу, чтобы он подобрал правильное, а не втюхал, что попало, а потом винить в этом свечи. Совершенно верно. И вот человек мучился, задавал себе такой вопрос, что только Bosch, и вот говорит, я хожу уже, вот я ищу там и не могу найти правильный, ну, вот Bosch такой как бы по номеру. А проблема совершенно в другом. То есть человек ставил как бы неподходящие по типу двигателя свечи на свой мотор, вот и все. То есть свечи должны соответствовать типу двигателя.
То есть не так, как говорят, и я это слышу, приходят даже там специалисты, мы их называем великие, говорят, да какая разница, все свечи одинаковые, главное, чтобы они по резьбе подходили, закрутить, и все оно работает. Это все. Ну, то есть получается, все производители выпускают разные свечи, это просто так маркетинговый ход получается. То есть они создают каталоги по типу двигателя, это тоже все маркетинговый ход. Они, как говорят эти великие специалисты, никого не слушают, тебе главное, чтобы оно... Вот так вот люди слушают, и потом вот у них ассоциация по свечам вот такая, НЖК, там, Денса, то-то я не хочу, потому что вот у меня проблема, вот я ставлю такие свечи, вот у меня все замечательно. А оказывается, все очень просто. Все сводится к одному. То есть не зря конструкторы двигателя там... Производители свечей разрабатывают свечи по каждому типу двигателя. Не зря. То есть не надо слушать этот бред великих мастеров, что все оно одинаково, все оно, лишь бы оно туда закрутилось. То есть вот там электроды, это все просто так они делают, там калийное число тоже получается просто так. Нет, это не просто так. Это оно так по типу двигателя давно соответствует. Не только резьба, но и калийное число, и электроды должны быть правильной длины. Второе, это тоже самое главное, как бы они должны еще правильно установиться. Ну, то есть мы не будем там уже так сильно плотно останавливаться на правильной установке. Ну, то есть там тоже можно снять целое видео, как бы это правильно установить ее, ну, правильно надо затянуть с определенным моментом затяжки, с определенным усилием. Это тоже немаловажно. То есть это так, если коротко сказать. Должна быть правильная профессиональная установка свечи. Скажите, где вы находитесь, чтобы люди могли покупать правильные свечи у вас? Мы находимся на знаменитом рынке Перово, модуль А, 69-й павильон. Пожалуйста, можно звонить. Перово, 19. Бульвар Перово, 19, авторынок. Модуль А, 69-й павильон. Ждем вас. Можно, консультация у нас бесплатная совершенно. Подберем любые свечи, любые свечи, любые колодки, любые фильтра, любые запчасти. Все, всегда рады вас видеть.